Ребята, всем добрый день, и в этом видео я хочу продолжить рассказ о проекте BART Wallet и рассказать про ICO. Ну, также я думаю, что затрону некоторые другие темы, в частности, команду данного проекта. Так вот, всего 168 миллионов монет, выпущено соотношение, это 1 бар равен 1 евро. Хардкап у них 5 миллионов 140 тысяч барс, ну и столько же, соответственно, в евро, да, нетрудно догадаться. Также есть разные этапы продажи, то есть пресейл, который прямо сейчас и проходит, будет до 18 марта, далее будет, соответственно, у нас этап продажи номер один, ну, то есть main sale, да, и main sale номер два. Вот, также мы видим, что символ ERC-20, да, то есть токен на блокчейне эфира, ну и три знака после запятой. Также различные бонусы будут 25, 15 и 5%. Вот, то есть, чем, собственно говоря, раньше вы участвуете, тем выше бонусы. Также видим распределение, соответственно, монет. Тоже можно на это обратить внимание. Теперь ключевые даты различные здесь указаны. Так вот, что важно? Важно, что, собственно говоря, данный проект образовался в ноябре 2018 года. Не так уж и давно, но, тем не менее, в общем-то, по меркам интернета это и не так мало тоже, то есть несколько месяцев назад. Ну, далее будут этапы различные ICO, на этом останавливаться не будем. Далее они выходят на различные биржи, в частности, хотят выйти на Европу, да, на Азию. Вот, ну, в дальнейшем будут расширяться и, соответственно, выходить на другие рынки. Вот, далее информация про команду данного проекта. Тут довольно большой состав, я на каждом останавливаться сильно детально не буду, можете сами посчитать и, собственно говоря, изучить. Теперь следующий важный вопрос. Это, собственно говоря, как раз таки вопросы по данному проекту. Ну, я сильно на них останавливаться не буду. Вот, то есть вкратце так, в общем-то, поверхностно поговорим, да, то есть что здесь есть. То есть, ну, первое просто такое BART Coin. Ну, про это я уже рассказывал в прошлом видео, сильно тут подробно поэтому не буду говорить. То есть это криптовалюта, которая облегчает переход между виртуальным и реальным миром. Это если говорить в двух словах. Следующее, что мы можем сделать с BART Coin? Вот, так вот, кроме того, что в состоянии делать покупки с акциями, BART Coin также может быть переведен в BART Wallet, торговля по сравнению с BTD и эфира, или же долларом США и евро. Следующий вопрос про длительность. Вот, ну, тут длительность, собственно говоря, ICO я вам уже говорил. Далее видим, что, соответственно, нужно будет выйти на свой банковский счет для участия в ICO. Ну, также, опять-таки, есть еще подробности аирдропа, тоже можете с ними ознакомиться. Также у них есть публичный адрес для аирдропа. Ну, также указано про продажу токенов, ну, то есть, собственно говоря, продажа токена – стандартный метод увеличения средств в криптовалютах, в принципе. Далее, опять-таки, про начало предпродажи, ну, это уже состоялось 18 февраля. Вот, далее основная продажа, она начинается 19 марта, то есть это примерно через 2 недели на данный момент. Ну, следующее, что значение АИЦ какое, ну, здесь, как я говорил, это 1 евро равен 1 токену BARTS, но на разных этапах продажи, более ранних, вы будете получать различные скидки. Также про объемы продаж, так вот, минимально это будет, соответственно, 10 евро. Следующее, как купить BART Coin, ну, тут есть, собственно говоря, пошаговая инструкция, вот, можете с ней ознакомиться. Также у них есть баунти компания, тоже можете с ней, в общем-то, познакомиться, да, и принять в ней участие, получить 10 токенов BARTS. Следующий вопрос, почему токен BARTS нужен. Так вот, средства, собранные во время продажи X7, будут направлены на развитие и эволюцию основных моделей платформы. Следующий вопрос, почему я должен участвовать в продаже токенов. Ну, это вопрос, конечно же, риторический, то есть вы, конечно же, не должны в этом участвовать. То есть, если хотите, то можете принять участие и купить токены. Следующее, как я могу принять участие в предпродажной, собственно говоря, компании. Ну, для этого нужно зайти вот на данный адрес. Далее, сколько жетонов будут продаваться, ну, так вот, будет максимально 5 миллионов 140 тысяч. Следующий вопрос про, соответственно, подтверждение личности. Так вот, важно вам подтвердить свою личность, вот, допустим, отправить свой паспорт. Ну, следующее, это где можно найти данную процедуру. Ну, в принципе, подробная инструкция есть, я объяснять не буду, в целом здесь все расписано, достаточно просто и понятно.
И последнее, что если вы не нашли свой вопрос, то можете написать им на данный ящик, вот, и, соответственно, связаться по всем интересующим вас моментам, получить тогда ответы на все вопросы. Ну что ж, на этом тогда, я думаю, что можно уже завершать данный обзор на проект Bart Wallet. Я надеюсь, что он вам понравился. Тогда спасибо за то, что его посмотрели, и всем пока и до встречи.